Арслан Будажапов, российский спортсмен, который выступает за Киргизию. Скажи, пожалуйста, как встретили в Киргизии? Насколько тебе комфортно там? В Киргизии очень хорошо. Моя мама киргизская, так что я за Киргизию полным ходом. За Киргизию. Встретили очень хорошо. Здорово. По этой схватке Рамазанов, ну, физически крепкий, тяжелый соперник, но у тебя была возможность, особенно в концовке, сделать прием, вход в ноги, что не хватило? Не хватило физической силы, думаю, так как у меня вес сейчас очень маленький. А сколько сейчас? 78. Вот я смотрю, ты так по категориям проскочил, ты там и в 76 как-то вот боролся, да? Комфортная категория какая для тебя? Я думаю, 74, ну, 79-74. 86 что-то большие, как бы. Первый раз просто попробовал. Согласен, но 74 тоже сумасшедшая категория. За чемпионатом России смотрел, который был в Нарфоминске? Да, конечно, смотрел. Очень понравилось. И в России всегда спортсмены хорошие, сильные. А результат, который был, вот чемпионом стал парень, неожиданный для тебя? Ты на кого ставил? Примерно я знал, что несколько борцов, которые могут выиграть. И для меня особо новости не было. И все нормально. Все-таки кто самый сильный на сегодняшний день 74 килограмма в мире, на твой взгляд? В мире 74, мне кажется, россияне выиграть должны обязательно. Ну и другие страны тоже есть, тоже мир. Не надо списывать. Все ребята готовятся, все держат форму в связи с этой пандемией также. И всех с праздником поздравляю. Сегодня 7 ноября. И да. Спасибо, что поздравил. Действительно, это, знаешь, очень трогательно, потому что ты достаточно молодой парень, уже другое поколение. Да, действительно, мы поздравляем всех с праздником, потому что, да, Советский Союз оставил след и в борьбе в том числе. Да. Вот. Всем спасибо.